Привет, дружочки! Перед вами типичный представитель семейства кайфажоровых. Отряд французы. Олег, ты подушку скинул, ты чего? Ну? Ого! У нас тут чуть вода не убежала, малыш Олег. И пока у нас варятся пельмеши, мы с Олежкой сейчас кое-что попробуем распаковать. Нет, Олег, на стол мы лапки не будем ставить, там все равно ничего нет. Но зато есть вот здесь. Это же мастерская распаковка малыша Олега. То, ради чего вообще стоит заходить на YouTube. Надеюсь, что он не порвет содержимое, потому что содержимое достаточно мягенькое. Я уже знаю, что там. Вот так вот. О, да там есть еще один пакет внутри. Олег! Олежа, ты так содержимое порвешь. Давай, я дальше сам. Друзья, Олег, это сюда. Это же знаменитые желтые ботиночки малыша Олега. В прошлые разы их присылала Ирина и Сергей из Лос-Анджелеса. И Олежка каждую зиму рассекал в этих прекрасных сапогах. В прошлом году они уже все изорвались. Я их клеил, переклеивал. И у Ирины появилась возможность малышу Олегу прислать новую обутку. Ирина, вам спасибо большое. Я таких замечательных черевичек нигде не встречал. И у меня всегда спрашивают, где вы их взяли. В комментариях часто такое пишут. Вот. На что я отвечаю, что это подарок от друзей из Лос-Анджелеса. Вот. Ого! Олег, да тебе тут не сносить столько обуви. Так, эмочка, все правильно. И эта эмочка, это как раз твой размер. Но! Смотрите, дружочки. Новый цвет. Свежо и необычно. Скоро Олежка примеряет эту обувь. Потому что лето на Урале короткое и можно сказать, что оно уже закончилось. Наступила осень, холодно стало. Олег, иди сюда. Предлагаю померить эти ботиночки прямо сейчас. Сапожки даже. Репетиция перед зимними временами. Опа, ты хитрец. Чуть не сбежал от меня. Ты чего, малыш Олег? Ну-ка, не разучился ли я их еще застегивать? Так, подожди, давай задние. Задние вообще легко одеваются. Ну-ка, ох как! Ох, как у тебя здорово получается! Нет. Настя, смотри, как он в них горцует. Ух ты! Олег! Он все мои духи раскидал! Олег, пошли, уходим отсюда! Олег! Ну,
Ну ладно. Олег, там пельмешки сварились. Пойдем пробовать будем. Как он в них ловко бегает. Смотрите, какое сочетание прекрасное. Чашечка, крокодил и Олежка в его сапожках. Вот это да. Здорово. Олег думает, что мы сейчас гулять пойдем. Ведь он помнит, что сапожки мы всегда одеваем перед прогулкой. О, тут уже пельмешки сварились. Олег, да, кушать будем? Да, дружочек, еще есть новость. Она заключается в следующем, что Олежка стал лицом обложки для моего нового сингла. Сейчас вы видите ее вот здесь вот, на экранчике. И после просмотра этого видео послушайте обязательно. Песня называется «Счастье внутри». Вы можете найти ее на всех музыкальных площадках. Ну, где вы обычно привыкли музыку слушать, там и найдете. Всем пока. Олег, твой пельмень отстывает. Месье. Сидеть. Олег, сидеть. Сидеть. Не хочет. Ну ладно. Не хочет, как хочет. О, как вкусно.